Хабаровский племптицезавод расширяет производство, увеличить объемы выпускаемой продукции, расширить ассортимент помогает модернизация предприятия. Специалисты уверяют, что экономические санкции незначительно повлияли на производственный процесс. Подробности в репортаже Анастасии Привецкой. Ежедневно Хабаровский племптицезавод производит около 520 тысяч столовых яиц. Это те, которые поступают в продажу. Продукцию разной категории поставляют по региону и в Приморский край. Летом на предприятии приступили к модернизации. Началась она с сантехники. Было принято решение руководством птицефабрики заменить водоснабжение. Все мы знаем, да, что наша фабрика взрослая. Что у нас в следующем году будет юбилей, а вода – это главное для птиц, главное для людей. Продолжились обновления и реконструкции родительского цеха. Через полгода на предприятии смогут увеличить производство инкубационного яйца, а в будущем поставлять племенную птицу по всему Дальнему Востоку. Этот родительский цех рассчитан на 20 тысяч голов. Здесь курица проведет почти всю свою жизнь. Она будет нести племенное яйцо, из которого получат гибрида, а уже гибрид будет давать столовые яйца. Закупает птиц предприятие в Свердловской области, зерно в Амурской и Хабаровском районе, отечественного производства и упаковка для яиц. Из-за санкций на фабрике трудности только с ветеринарными препаратами. 80% вакцин российские, остальные импортные. Аналогов им еще не нашли. Гемофилез есть заболевание. Этих вакцин у нас в российском производстве нет, только импортные. Но здесь мы можем сыграть, мы можем эту болезнь, она бактериальная этиология, мы можем спокойно заменить антибиотиками, даже если не будет поставки этой вакцины. В регионе работает два предприятия по производству яиц – Хабаровске и Комсомольске. Ежегодно они производят более 330 миллионов яиц. Сегодня регион обеспечивает себя этой продукцией на 85%. По словам специалистов, выйти на полную самообеспеченность яйцом поможет модернизация. Через какое-то время, благодаря тому, что наши птицефабрики модернизируются постоянно, да, совершенствуют технологии производства, а также используют очень высококачественные корма в производстве, я думаю, что мы сможем достичь желаемых результатов. Хабаровский племптицзавод работает и над расширением ассортимента. На предприятии планируют производить жидкий меланж. Это пастеризованная смесь яиц. Можно использовать для омлета или хлебобулочной продукции. В ноябре меланж в тарах различного литража появится в продаже, как оптом, так и в розницу. Анастасия Привецкая, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».